смотрите, она совершенно прелестно, в принципе, играет. Есть несколько моментов, я думаю, что мы сейчас их быстро преодолеем. Мне кажется, что не очень точно пока для нее, не очень ей пока понятно, в каком темпе ей удобно самой. Она еще пока сама для себя не решила. Да, это действительно вещь такая, которую надо решить самому, потому что все-таки здесь длинная такая красивая мелодия и достаточно сложный аккомпанемент, и нужно вот выиграться, поймать вот это свое анданте, да, вот эту свою умеренность, соединить с этой певучестью. Сыграй мне, пожалуйста, сейчас только вот это. Она вот это делает как бы правильно по динамике, которая, да, рекомендована. Но мне хочется, вот, чтобы она охватила как бы... Это одна мысль, понимаешь, да? Ты немножко вот у тебя... Это все равно на педали. Да? Вот этот... Там же нет такой педали, да? В принципе, в рекомендации нету. Вот там как бы... Я даже, вот мне удобнее, не знаю, как ты играешь, у тебя какой палец на ре? Пятый. А вот мне, например, удобнее вторым. В какой звук я иду? Что тебе слышится? В левой руке? Ага. Я к нему добавляю терцию, я думаю, да? То, что бас, у меня уже соль есть. Мне вот этот штрих, который там стаккато под лигой, важнее, чем вот это там просто лига, да? Вот попробуй мне, попробуй возьми вот это раз. Это все на педали. Это может быть педаль три раза. А это смысловая лига, потому что вот это как бы и стаккато как такового нет, но просто эта нота не грузная. Да, попробуй. Не знаю, как будет правая. Иди дальше. Здесь просто и левая не стоит на месте. Вот в этом месте трудный переход. Можно играть не первый палец, который тяжелый, а второй. Левую, а продолжай правую. Исходя из движения темы. Я меняю педаль, но в тот момент, когда начинаю играть правую руку, не раньше. Да? Вот это. Эту нотку, смотри, вот это ре, сыграть октавы. Удобнее. И постепенно убрать. Увидела? Попробуй. Вот видишь, куда садишься? Вот сюда. А ты уйди. Снимаю в момент правое.
перекричать. Держать педаль вот так. Нет смысла в этом, потому что правая рука снимается. Ты можешь на басу вот здесь ее как бы прихватить. Сыграй, да, как-то по-другому. Вот это время другое. Важно, потому что так много, вот от этого возникает не баркарольность, а колыбельность, потому что постоянно, и я начинаю засыпать. А это все-таки, понимаешь, какая-то песня над рекой, над морем, берег, когда стихи, в которых плеск воды, это же движение, это же не статичное что-то, да? Вот когда ты выходишь и слышишь, а где-то звучит песня, где-то она может быть за рекой, она может быть где-то на другом вообще конце, на другом берегу может быть, понимаешь? Где-то лодка стоит, о которую плещется вода. Но море ни одну секунду не бывает одинаковым. Это природа, ничего с этим мы сделать не можем. Да? Вот давай, пожалуйста, вот отсюда. Слушай. Я не так снимаю, а вот здесь, чтобы мне было понятно, что у меня чистится. Сначала иду сюда, ушла тебе. Пошли. Мало. У тебя вот это место, вот вторая и третья четверть, у тебя всегда убаюкивающие, замедляющиеся. Не надо. Ну, смотри, я тебя на баллон толкаю вперед. Ускоряю. Вот там были вилочки, все такие. А это другая. Она в другую сторону. Потом посмотришь, правду говорю. Другая фраза, давай. Пошла. Вот это натужено, да? Потому что было мало звука. Сделай естественно, не бойся. Где-то вот в лесу такой филинг. Хочется его наконец-то обнаружить. Вот этого филина убрать надо. Он, может, и имеет место. Это какая-то более ласковая четверть, да? Вот она мне не представляется такой. Да. Вот не хочется. Пошли отсюда. Поехали. А теперь другой. Меняй ногу. А смотри, вот сделала это, захотела громче. Ну тогда. Эту линию, да? И уползла. Понимаешь, потому что если ты ж так пухнулась туда,
и замедлила, ну тогда ради чего? Вот, вот, вот здесь вот это плохая история. Услышь это. И уползешь, да? Потому что ты будешь идти к серединке, когда у тебя будет все замирать, и начнется новый эпизод. И ты начнешь как бы чуть-чуть тормозить, чтобы уйти в модуляцию. Это два места, вот. Вход и выход, который ты должна будешь сделать. Вот это две разные временные задачи. Все остальное про одно и то же. Понимаешь, Краев? Давай. Грязная педаль отсюда сыграет. Сколько нот я сыграла? Ты просто на это не обращаешь внимания. Но я меняю все время. Все время. Это быстро. Да распев. Ты же песню поешь. Давай. Я тебе веду. И ухожу, еще продолжаю уходить. А ты уже пошла как в начале. Не надо, не иди туда. И наоборот играй, как бы делиной. А дальше дала живей, да, чтобы мне сделать вот эту историю. Педаль, там нет конкретики. Давай, пожалуйста. Ленивые эти украшения, не кричащие. Нет, это Мефистофель. Этот мажор. Вот это... Вот эта точка. Да, она сползающая. И тут же нога. А муж ленивый. Вот по копью муса. Это что значит? С большим движением. Это субито движение? Или пока все-таки означает постепенно? А чего ж ты сразу бежишь-то? Ныряешь из лодки в воду просто. Ты не тонешь. Вот мажор твой, это нога. И дальше рукой держишь, меняешь педаль. Меняешь педаль. Вот тот случай, смотрите, вот я сегодня вам говорила о несовпадении руки и ноги, да? Вот, вот он, пожалуйста. Ну какое здесь совпадение? Вот здесь нога, да, ты, да, ты, да, да. Рука держит. А нога вообще делает абсолютно то, что нам неудобно. Но за счет ноги
есть вот этот вот эффект. Да, потому что эхо не бывает чистым. Понимаешь, вот есть как какой-то мираж звуковой. А ты реально делаешь. У тебя такой, знаешь, реалист-художник. А мне больше вот как-то здесь Баркарола, мне ближе импрессионист. Да, вот какой-то такой вот, поехали, поехали. И тяни правую. Давай, давай. Где-то что-то происходит, какое-то движение, да, очень серьезно, какое-то вообще чуть ли не танец. Ты как-то пытаешься их вместе. Они стремятся к верхнему. Да, вот туда. Ну их широко надо разложить. Ну-ка давай мне этот танец. А ты слышишь вот это? Все ноты. Да, в этом есть что-то такое, да? Летнее такое, что-то классное. Нет, подожди, вот это конец. А это другой. Вот этот затакт важный. Это разные два ре. Одно разрешающееся, ми, ре. И ре будет тише первое. А второе прыгающее вверх. Вот это раздели. Ми, ре. Нет, отсюда. Разрешение на педаль трудно. И вытянуть это соль. А ты играешь там-пам-пам. Сделай мне так. Вот набери воздух на этом аккорде. И выдохнешь. Всю мелодию и будешь молодец. Нет, нету мелодии. Нету мелодии. Не уйдешь, пока не сделаешь. Атака определенная, но там нет форте. Давай эти все гармонии. Не скачи. Хоть и стаккато, но под педальку. Держать. Ну да. Нет, я не слышу половины нот. Возьми мне аккорд. Возьми аккорд. Скажи мне все эти моменты. А где мелодия? Вы слышите мелодию? Я нет. Это вот такой аккорд. Так вот звучит.
тебе вопрос, пока ты ничего не начала играть. Следующая тема. Начнется так же тихо, как в начале, или ее можно начать? Как у него в ноктюрнах. И вот это время вот этих. И вот это. Оно тоже разное, да? И вот это начало. Я бы не стала играть, как в начале. Вот это рано начинается. Вот это такой, да, он в темпе, но он такой очень трагический. И еще потому, что там до диез, а здесь до бикар. Их надо разделить во времени. Начать вот на чистой квинте. Понимаешь? Сделай мне вот это. Услышь эту квинту. Пауза в правой, там возникает левая, да? Отсюда. А паузу я буду делать. А паузу теперь. Туда же паузу. Надо умудриться поменять. Для этого понадобится тебе что? Время, чтобы это сделать. Пожалуйста, не разгоняйся отсюда. Весом. Меняй ногу. Меняй. Так же будет менять. Все тише. Раньше не так сильно замедлять. Нет, у тебя агрессивная соль. Это самое трудное в баркароле. Убрать это. Нет этого звука соль. Он существует только в движении. Он не может быть таким никогда. Потому что это вода. В ней нет ребра. Понимаешь? Давай. Вот эти два ре сошлись и пошло движение. И возникает лево. Да? Давай. Не услышала два ре. Не услышала два ре. Нет, ты не слышишь два ре. Педально, смотри. Смотри.
молодец. Смотри, отсюда сделай. Появляется вот этот длинный звук ре. И он держится рукой вот до сюда. И это первый раз замедлится. Пока этого не было, да, вот это. Как будто это конец. Возьмется педаль и дальше. Самое трудное отсюда. Точка. Нет, чистая соль. Чистая. Тихо. Аккордами поехали. Немножечко уже совсем. Ну, если нам вот сейчас разрешат, Полиночка, у нас как, совсем мы не можем? Да, у нас еще двое. Давайте мы закончим, а потом решим тогда, хорошо? Так, у нас кто остался? Ваня и еще Светлана. Так,